कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे थे और प्रभुपाद का शिष्य बोलते थे वो क्या करते थे उस संकट में उनको लोग जिताते अगर मेरे साथ में आज कीर्तन करोगे ना मूंगफली खिलाऊंगा मूंगफली ट्रॉफी दूंगा उनका ये लोग दिखा करके वो क्या करते थे पूरा बच्चों को लेकर के वो रात भर कीर्तन करते थे इसलिए कहते ना श्री हरि बासारे हरि कीर्तना Бхактисиддханта Сарасвати, он поощрял, если кто-то не спал ночью, он говорил, что если не будешь спать ночью, то я... Бхактисиддханта Сарасвати поощрял ночное бдение, говорил, что я... То есть там какой-то приз был, если человек не спит ночью. इसलिए भले दिन भर सो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये जो व्रत है ये एकादशी व्रत है Рамачандра Прабху говорит, да, хорошо, они не спали ночью, но нет описания, что они потом на следующий день делали. Гурдев говорит, ну, как бы все равно Экадаши важный день, и он особое благо дает. Садхана в этот день особое благо приносит. Потому что Бхагаван очень рад, когда именно в этот день садхак совершает усилия. Мы живем в Вриндаване, и вот в Экадаши проводим в Дхаме. Это не что-то обычное. Общество вайшнавов в Экадаши. Мы очень-очень удачливы, поэтому во Вриндаване, в Раджмандале. И тем более здесь все Вакунжи, сердце Вриндавана. На самом деле, чтобы найти Рупаснатху, нужно как бы пойти по всяким там узким гали, проулочкам, не так-то просто найти. Однажды панда ходил просто по этим улочкам, и когда зашел внутрь, он очень удивился, что насколько здесь красиво внутри. Итак, мы находимся в сердце Вриндавана, все Вакунжи. Посреди Мана Гали, Дана Гали, Кунжа Гали, Прем Гали. Поэтому Рупаснатха очень особое место. Рамачандра Прабху говорит, ну, типа, проблема, что на машине не подъедешь. У нас вроде нет машины. इसलिए हरे कृष्णा इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे क्या तुम्हें 7-8 दिन यहाँ रुकूंगा हम कोशिश करेंगे हम 7-8 दिन यहाँ पर कृष्णा कथा говорит я буду здесь 7-8 дней अभी कृष्ण कथा कथा की बड़ी महिमा будем слушать हरि कथा इसलिए भागवत में कृष्ण कथा का कृष्ण कथा она очень важна славна Шримад Бхагаватам говорится Ну, под Кришна Катха, в Шримад Бхагаватам по-разному описано. Кришна, например, прославляется по-разному. Например, гопи говорят... Кришна
Что такое Кришна Катха? Это Амрит, это нектар. В четырех мирах, в четырех местах во вселенных находится Амрит или нектар. Нектар есть в океане. Когда полубоги и демоны пахтали молочный океан, то появился горшочек нектаром. Но вайшнавы говорят, что это на самом деле настоящий нектар. Если бы по-настоящему нектар был в океане, почему такая вода соленая? Поэтому там нет, как бы нектар не настоящий. Другое место, где находится нектар, это на Луне. Вайшнавы снова говорят, если бы по-настоящему там был нектар, бессмертие, эликсир бессмертия, то не было бы там пятен на Луне. Где третье место? На устах, в лице прекрасной женщины. Тогда бы их мужья не умирали. Четвертое место. Там как бы в гнезде змей. Еще кто-то говорит, что на райских планетах есть нектар. Почему? Но там нет нектара. Вайшнавы говорят, потому что нектар не настоящий, потому что когда благочестие заканчивается, человек все равно прилетает сюда на землю. Кто-то говорит, что шестое место, где нектар, это обитель освобождения. Но вайшнавы говорят, что это тоже не является эликсиром бессмертия. Потому что Кришна, когда предлагает освобождение преданному, преданный его не принимает. Мы не хотим союз с Жамукти. जीवन कर लिए ये जीव की सताई खत्म हो जाती है। बोले भैया सब जगह में अपनी मनाई मनाई कर दिया, फिर अमृत तो कहीं होगा? बोले हाँ, अमृत एक संदर्भ प्रेतने считает союз жемукти и нектаром самоубийством духовным. Поэтому вайшнавы говорят, что нектар настоящий только в одном месте находится. На устах чистого преданного. В словах чистого преданного. Это секрет бессмертия. Поэтому гопи поют. Настоящий нектар в Кришна Катхе, прославление его качеств и деяний, образа. И 6-7 дней мы будем стараться пить нектар лил Кришны. I will not ready to listen this question. Gurve Gaur Chandraya
राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तन्नाम रूपचरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्युपरमेण मनसा मनसि रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदिति इत्युक्तेषु सारम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य संत गुरु पाद पद्म Прежде всего я, Ананди Кришна Прабху, прежде всего я предлагаю свои поклоны моему гуру Шриле Бхакти Видьян Бхарати Гусвами Махараджу. Также мои поклоны Шри Бхактинарайане Гусвами Махараджу. И я молю о его беспричинной милости. Также мои поклоны Пуджапад Шридхар Гусвами Махараджу, Рамачандри Прабху, Мадхава Прия Прабху, Парамешвари Прабху, Санджай Прабху. Также всем вайшнавам, вайшнаве, собравшимся сегодня здесь. Так Гурудев всегда говорил, когда приходит какой-то особый день, мы должны отмечать его как бы максимально, полную силу. На сегодня Экадаши, Мадхава Титхи, мать преданности. Кришна Васати. Все мы, как бы, следовать Экадаши, должны с полным как бы, энтузиазмом, с полным усилием. Потому что этот день — это сам Кришна. И так как этот день Кришна принимает форму этого дня, то мы должны максимально потрудиться в этот день. Во многих пуранах говорится, описывается слава всяких там разных постов в разные дни, пост понедельника, вторник и так далее, по поводу особых дней, особых церемоний. कि इस व्रत को नहीं करने से आप लोगों को पाप लगेगा, पाप का भागी बनना पड़ेगा अगर आप सोमवार का व्रत नहीं करेंगे, शुक्रवार का व्रत नहीं करेंगे। कहीं सुना है आप लोगों ने? नहीं। लेकिन माधव तिथि भक्ति जननी जो एकादशी तिथि है, यदि हम लोग उसका यत्न पालन नहीं करेंगे, про Экадаши говорится, что если вы не следуете Экадаши, то вы обретаете грех. В Писаниях описано, говорится, что если кто-то съест зерно в Экадаши, все грехи этого мира они скапливаются в зерне. И через зерно они попадают в человека. И человек должен будет страдать по результатам этого, этих грехов. Разные там болезни, у него несчастья будут. हमें शिक्षा दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? साक्षात कृष्ण ने भी दिया,
Кришна сам просит, наставляет, чтобы мы следовали Экадаши. Все Раджаваси, они следуют Экадаши. Кришна говорит в Бхагавад-гите. मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि यहाँ तक कि ब्रजवासी में ब्रजवासी कौन नंद बाबा यशोदा मैया श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा सारी सखिया सारे ब्रजवासी क्या करते थे एकादशी का पालन करते थे кто самые великие यद आचरति ललिता विशाखा श्रीमती राधा रानी नंद बाबा यशोदा मैया нужно следовать как бы ну их примеру जो पीछे पीछे वाले लोग हैं वो भी उसका आचरण करते हैं तो यहाँ पे नंद बाबा यशोदा मैया सारे ब्रजवासी वर्ण क्या कर रहे हैं आचरण करके दिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है एकादशी तिथि का पालन करना है महाप्रभु जब इस धराधाम पर आए यशोदा मैया они показывают своим примером что мы должны следовать в экадаши महाप्रभु ने नाम संकीर्तन किया соблюдали экадаши साथ में ये हरिवासर तिथि का भी उपदेश दिया एक जगह महाप्रभु ने बोला सची मैया को कि माता मोहित देह एक दान मतलब बंगला में बोला था मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद कर देता हूँ कि माता मुझे एक दान दो सची माता ने बोला yes. हाँ पुत्र मैं आपको जो आप वर मांगोगे वो दूंगी महाप्रभु даже свою мать просит чтобы व्रत नहीं करती थी एकादशी мать следовала его мать следовала एकादशी महाप्रभु ने बोला माता देह मोरे एक दान एकादशी दिने अन्न ना खाइबो मतलब उन्होंने बोला कि आप मुझे एक बल दो आप कभी एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे такая благословение говорит я прошу тебя чтобы ты следовал этому чтобы ты избегал зернобобов этот день हां ठीक है मैं आज से वचन देती हूं एकादशी तिथि का पालन करूंगी अब यहां देखिए пообещал Махапрабху, говорит, я обещаю тебе, что буду следовать твоему наставлению, твоей просьбе. И все спутники Махапрабху, Навадхи, следуют Экадаши, даже полубоги следуют Экадаши. Те, кто защищают стороны света, это не то, что только люди следуют Экадаши. И это верно. Экадаши следуют также те, кто живут на других ярусах Вселенной. Экадаши это не просто, чтобы избегать запрещенной пищи. Главный аспект следования Экадаши. Чтобы стать ближе к Кришне, в Ражендра Нандане. Поэтому называется Харивасар. Стать ближе к Кришне. Когда Махапрабху пришел в этот мир, что дал нам? Он принес в основном повторение Святого имени. शुरुआत में बताया कि सारे व्रतों को यहाँ तक कि कृष्ण जन्माष्टमी को ना बताकर क्या बताया माधव तिथि एकादशी तिथि का पालन हमें अवश्यंभावी करना है अब बोल रहे कि поэтому एकादशी это как бы самое лучшее самое высшее врата एक जगह बोल रहे राम भज в каком-то смысле даже более важно чем जन्माष्टमी नहीं सुनत गावार तो यहाँ नाम महिमा भी बता रहे कि हमको बोलने की भाई राम भज जीवन सी रात है कहा तू बार बार कहा नहीं तो सुनत गवार तो हमें सब जगह उपदेश मिल रहा है कि देखो भाई राधा कृष्ण बोल संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहिए राधा कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें क्या करना चाहिए भगवान का सबसे में नाम लेना चाहिए
Также Махапрабху говорит, что важно повторять Святое имя. Бхактивинода Такур говорит, что важно повторять Святое имя. Говорит, надо все как бы посвятить посвящению имя Радхи Кришны. Санкиртана — это главная анга бхакти. Поэтому не нужно особо придавать, как бы, надо больше придавать значение того, ну, что повторять Святое имя. नाम संकीर्तन करते हैं तो उस जगह आपने देखा होगा भक्ति की महिमा बताई कि एक दुग्धपाई नाम का साधु आया तो श्रीवास प्रभु ने क्या किया श्रीवास पंडित जी ने कि ठीक है ये महाप्रभु के दर्शन कर लेगा भक्त है साधु है साधु वृत्ति है तो साधु пришёл Шивасанг, он хотел посмотреть, как Махапрабху танцует. И он, этот браман был знаменит тем, что он питался только молоком и фруктами. И Шивас Такур разрешил ему, спрятавшись, посмотреть, как танцует Махапрабху. Но Махапрабху сразу понял, что есть кто-то посторонний. Махапрабху сказал посреди киртана, я не чувствую счастья. श्रीवास पंडित जी ने बताया कि महाप्रभु ये जो साधु है ये क्या करता है सिर्फ पूरे जीवन क्या किया दुग्ध पान किया तो महाप्रभु ने बात सुनकर उनको बोला कि केवल श्रीवास पंडित пытается защитить этого садху, рассказывает о его сильных аскезах. Он говорит, он всю жизнь питается только молоком и фруктами. Махапрабху сказал, меня нельзя достичь, питаясь молоком и фруктами. Но это не то, что мы должны как бы оставить обед и есть что угодно, там, сыр новобобовый, кадыш. Главное усилие свое направить на преданное служение. Читать книжки по бхакти, бхакти-шастры, повторять Святое имя. Даже особая история была, когда у Кришны болела голова, и тогда Нарада пришел и спросил, как я могу помочь тебе. Кришна тогда сказал, мне поможет, может, только пыль со стоп чистого преданного. Тогда у меня пройдет головная боль. И он отправил это Нараду. И Нарада обращается к разным преданным, и те говорят, нет, ты что, как я могу свою пыль дать, чтобы вы посыпали голову Кришне? Потому что все, как бы, Кришне настроение, Господин, осознавая величие, никто, все боятся дать свою пыль, чтобы посыпать на голову Кришне. И в итоге Нарада пришел с пустыми руками Кришне. Кришна спрашивает, а ты ведь ходил, Вавараш просил у Гопи. И Нарада отправляется в Вавараш. И тогда Нарада говорит Гопи, у Кришны болит голова, и спасти его может только с пыль со стоп
चरण रज से, मतलब चरण रज को भर भर कर दे दिया पोटली में, जाओ नारद जाओ शीघ्र जाओ। तो नारद जी ने बोला अरे तुम्हें क्या डर नहीं है, तुम्हें भय नहीं है? Гопи, они набрали столько пыли, огромное количество пыли. Нарада очень удивился. Он говорит, сказал им, вы не боитесь, что вы в ад отправитесь? Они сказали, нам все равно, мы готовы пойти в ад, лишь бы у Кришны прошла головная боль. Такова слава Враджаваси. फटाफट सारी गोपियों ने क्या किया, उनको शीघ्र शीघ्र सारी की सारी रज दे दी और कृष्ण का व्यथा दूर हुआ। तो यहाँ पर преданные легко может отправиться, ну, как бы, легко выбирать отправиться в ад ради служения Кришне. सब समय सेवा करने के लिए आतुर होते हैं। तो भक्ति का अर्थात такова, как бы, природа преданного, он всегда хочет служить. Баджан значит служить. निरंतर सेवा, नाम संकीर्तन, ग्रंथ अध्ययन, सब समय मंदिर मार्जन, поэтому погружаться в служение, эти повторения, изучение бхакти шастр, уборки храма, например. तो आज माधव तिथि एकादशी के दिन मैं कुछ दो शब्द बोल पाया, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें क्योंकि बोलने का अभ्यास नहीं है। особый день माधव तिथि, если я ошибся, пожалуйста, простите меня. Если я что-то сказал неправильно, я как бы заканчиваю, передаю слово. भक्त प्रभु हरे कृष्ण विष्णुपाद शशि श्रीमद्भक्ति महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात के जब भक्ति विनाश श्री गोसाई महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। पूज्यपाद शिक्षा गुरु पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद माधव प्रिया प्रभु जी, पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी, पूज्यपाद संजय प्रभु जी, उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज महाराज जी कल से मुझे बोल रखा है, बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या महाराज जी कुछ भी बोल रहा। मोहित प्रभु गोरित А, Махарадж меня уже со вчерашнего дня просит что-то рассказать. Я сюда приехал в Вриндаван. Прям, ну, с рождения, с самых ранних лет я приезжал сюда. तो वहाँ पे वो प्रभु जी मुझे कुछ बताने लगे, तो मैंने उनको ही बोलना शुरू, ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो उनको लगा कि इसको तो बहुत ज्ञान है, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया ही, लेकिन फिर भी मैं मट जाता रहा। और मैंने उनको क्या बोला, जैसे वो मुझे कुछ कृष्ण भगवान के बारे में बताने लगे, तो मैंने उनको पूरा याद कर रखे थे बड़े कुछ लोकन को तत्व। मैंने एक ब्रिज लोकन, एक ब्रिज रूप तत्व, श्री वृंदावन धाम है, वृंदावन तत्व नित्य रहे जहाँ साधु जन, साधुओं को तत्व गोपी ग्वालिनी को नाम है, ग्वालिनी को तत्व भैया चरावधि काम है, कामों को तत्व भैया कामजीत कृष्ण भई, और कृष्णों को तत्व राधा रानी जी को नाम है। मैंने कहा तो राधा जी के पास है, तो वो चुप कर गए, वो मुझे कृष्ण कथा बताना चाहते थे, कुछ कृष्ण तत्व सुनाना चाहते थे, तो बहुत ज्ञान है। तो मुझे переводчик говорит быстро, говорит, не успевает он. लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लगा मैंने आज उनको समझा दिया अच्छे से। वो प्रभु जी बहुत अच्छे, मेरे को उनका नाम भी याद नहीं है, वहाँ अभी भी मठ से आते हैं, वो आते हैं, तो वो माला बनाते थे ठाकुर की, लेकिन मुझे मठ जाना बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़ा अच्छा प्रसाद मिलता था खाने को। सारे मेरे जितने भी पंजाबी दोस्त थे वो गुरुद्वारे जाते थे, मैं भी पहले गुरुद्वारा जाता था, संडे के दिन प्रसाद पानी वहाँ मिलता ही था नॉर्थ इंडियन। लेकिन जब मुझे मठ के बारे में पता चला, मुझे हर्ष प्रभु को फोन पे बोलता था, मुझे यहाँ पे कुछ भगवान कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं मिल रहा, त्रिभुवन लाली भगवान मिल रहा, हम वैसे वाले थे सहज जैसे होता है ना, कि बस वैसा। तो मैं कहता था कि मुझे दिखता, तो उसने सर्च वर्च करके मुझे बताया कि एक्सेस का लेआउट है कोई जगह, वहाँ आगरा लेक के पास जाना, वहाँ
बट है वहाँ विग्रह भी है तिरुमंगल ललित, तो वहाँ तुम दर्शन करके आ सकते हो। मैं नीचे मेरे हॉस्टल जहाँ मैं रहता था वहाँ नीचे ही बालाजी का मंदिर था, तिरुपति बालाजी का, लेकिन हमारे तो यहाँ सिर्फ बालाजी हनुमान जी को बोलते हैं, वो तो विष्णु ही है, लेकिन मैं तो उनको हनुमान जी समझ के प्रणाम करता रहता था। सामने गरुड़ जी देखता था, गरुड़ जी सोचता था गरुड़ जी सामने क्यों है, हनुमान जी के हाथ जोड़ के बैठे होंगे भाई, प्रणाम करके आ जाता था। कितने दिन ऐसे जाता रहा। फिर जब मैं मठ से जुड़ा, в общем, рассказывает Махапрабху свой опыт, как он приезжал в Вриндаван. Говорит, я не понимал, что это на самом деле, что я думал, что Хануман это есть своя Бхагаван. Я просто приезжал на самом деле про просада поесть. Но я видел там западных саньяси, Вайканаса Махараджа, например. Там. Когда я услышал Баджаны Коди Вайшнав и Баракаруна Корун, например. И это действительно тронуло мое сердце и как бы что-то поменяло у меня внутри. И у меня тогда как бы чувство проснулось к Мадху, к настоящему захотелось приезжать. И постепенно я так привлекся путем бхакти. И Гурудев нас всегда мотивировал, чтобы мы приезжали во Вриндаван, особенно в Экадыши. И спрашивал, что такое карма, викарма, какие-то вопросы задавал. И говорил, вы должны учиться, вы должны приходить и учиться в храме. Я понял, что я не могу ответить на простые вопросы, что я ничего не знаю на самом деле. एक साधक जो है अनर्थग्रस्त अवस्था में जो आता है, एक व्यक्ति एक बच्चा उसके अनर्थ दूर हो जाए, और इस बात को अनुभव किया। Не так-то просто почистить сердце от анат, прогрессировать на пути бхакти. बात पित लोभ अपारा, क्रोध जो है वो क्या है, क्रोध छाती जा रहा। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि सबसे ज्यादा सबसे सारी व्याधियों का मूल है मोह। तो जो काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे अहंकारी अनर्थ हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन दिया है, उनको मानस रोग बताया। फिर मानस रोग का वर्णन करके तुलसीदास говорит, что источник всех анартха это моха, иллюзия. Как бы болезнь ума. Ее можно немного уменьшить, если ты осознаешь, что проблема. Но убрать полностью нельзя. Нужно иметь сильную веру в шастры, нужно уметь отрывать чувства от объектов чувств. Я спросил этот вопрос, как усилить веру вайшнавов и уменьшить тягу к материальным наслаждениям. И Прабуджи процитировал шастры. Он сказал, это написано в Джайвадхарме, в Адхуре Кадамбине, в книгах наших ачарьев, там все подробно расписано. Если вы... जो है वो दो प्रकार की है, ज्ञात और अज्ञात। ज्ञात में जो कि जान придете в банк и захотите что-то там получить, вам ничего не дадут. Вам нужно как бы счет иметь в банке, и там, чтобы были деньги. Также здесь нам нужно иметь сукрити. Если у вас есть сукрити, естественным образом у вас будет вера в слова садху.
Я спрашивал тебе много вопросов про Буджи, про стадии Анишита Баджана Крии, когда нет твердой веры. И вот для этой стадии как раз Бхактисиддханта Сарасвати создал все вот эти правила предписания Гаудия Мадха. Эти, на самом деле, правила предписания для садыки, это садок абхаса, кто станок пытается быть садоком. Кто обращается в больницу? Больные люди, потому что это больница. Если мы не следуем правилам, которые Прабхупада установил как в этой больнице, если мы не слушаем доктора, делаем, что хотим. Доктор говорит, принимай эти лекарства, следуй такой-то диете, дает наставление, тогда есть шанс выздороветь. Вот можно увидеть, как строго следует Парамеши Прабху этим правилам. Это не то, что ты приехал в Вриндаван на том месте и достиг совершенства. Так, процесс садхана занимает какое-то время. Итак, Сарасвати Такур. Он гарантирует. Если вы серьезны в баджане, Если вы не серьезны в практике, то у вас не будет прогресса. मुझे याद है जब हम शुरू में दिल्ली मठ में जब बेंगलुरु से शिफ्ट होके आया दिल्ली आया दिल्ली मठ में जाते थे तो मुझे बताया प्रभु जी говорит я не хочу вас знать если у вас вы не совершаете серьёзный баджан पूरा नाम याद है शायद कमल सिंगला का उनका नाम वो भी गीता पे भी क्लास देते हैं तो उनकी एक कथा में बहुत सुनी थी बड़ी अच्छी थी उन्होंने बताया था कि गुरुदेव तो बहुत बृहद वस्तु है शिल गुरुदेव ये बहुत इनके पास तो सब कुछ है ये तो राधा दत्तम देने आए हैं लेकिन कहते हम लोगों की क्या अवस्था है तो उन्होंने उसको एग्जांपल देके समझाया था कहते कई बार क्या होता है व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा однажды Гурудев рассказывал лекцию что очень возвышенная про Радхадасю Гурудев क्या बोलते थे कि एक जब कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो जैसे कोई बहुत बड़ी अलमारी हो उसके आगे छोटा सा खरगोश बैठा हो और बहुत ज्यादा धूप निकली हो तो आप देखना उसकी जो खरगोश की इमेज है ना उसकी जो परछाई там вокруг сидели ученики बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के आगे छोटा ऑब्जेक्ट रखा हो उस छोटे ऑब्जेक्ट की परछाई बहुत बड़ी बनती है अगर धूप बहुत ज्यादा तेज हो तो कहते खरगोश ऐसे बहुत ज्यादा धूप में बैठा था और उसकी परछाई बहुत बड़ी दिख रही थी तो उसने देखा मेरी परछाई तो बहुत बड़ी маленький маленький предмет может поставить огромную тень образовать даже покрыть большой объект खरगोश क्या समझ रहा है भैया मैं तो बड़ा हो गया क्योंकि मैंने आश्रय बहुत बड़ी वस्तु का ले रखा है И он может посмотреть на эту тень, на свою, сказать, о, я такой большой, на самом деле. Кролик, например, увидит свою тень большую, скажет, что я такой огромный. Но придет лев и съест этого кролика. Лев придет и съест его. И мы также думаем, что мы такие крутые. Мы получили дикшу, несколько месяцев здесь прожили. Но мы на самом деле даже не осознаем, насколько мы в плену своих анардх. Поэтому важно понять свою адхикару. Поэтому нам нужен гуру, шикша-гуру. Ачарья — это тот, кто следует Писаниям, это тот, кто проповедует. बिल्कुल चुन चुन के जो
पहले भक्ति परक और फिर क्या करे, उनपे स्वयं आचरण करे और दूसरे को भी चलाए, वही आचार्य। एक संत ने कहा मैं Ачарья – это не тот, это именно тот, кто следует сам и проповедует. Я могу, конечно, рассказывать что угодно, какие угодно истории, но какой мой по-настоящему левел, какой мой уровень? Какой баджан совершал Джива Госвами, когда Рупа Госвами отверг ему? Насколько суровую аскезу он совершал? Мы можем пойти попросить Мадхукари, пожертвования в Раджавасе, чапати, самсабжи, гатасабжи. लेकिन बात सही है, अगर प्रभुपाद नहीं तो हर चीज हर समय हर पल प्रभुपाद की याद आती है कि अगर प्रभुपाद ये मठ ना बना के जाते तो क्या होता। तो इसीलिए हम लोग को अपना लेवल Он говорит, что если мы не следуем правилам, предписаниям, которые Прабхупада поставил, то у нас не будет прогресса, поэтому очень важно именно тщательно следовать правилам. И постепенно мы обретем некое как бы, вкус следования этим правилам. Конечно, есть сложность всегда в любом процессе, в постижении любого процесса есть свои сложности. तोते को कथा किसी ने याद करा दे, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा जाल में फंसना नहीं। शिकारी आया, शिकारी कहता भैया तोता तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। फिर शिकारी जाने लगा तो иначе что там охотник приходит ловит, उसने जाल बिछा दिया तो तोते आराम से जाल बिछा के उसने दाना भी डाल दिया। तोते उड़े जाल के अंदर बैठ गए, दाना चुनने लगे और बोल क्या रहे हैं, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा जाल में फंसना नहीं। वही हम करते हैं, माया आएगी जाल बिछाएगी दाना डालेगी फंसना नहीं है, लेकिन फंसे हुए हैं। तो यही है, एक मेरे जैसे व्यक्ति को तो इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि ये जो तोता रटंत है वो नहीं बनना। ये наша позиция такая, что охотник пришел, расставил сети, и мы понимаем, что охотник, что это сети, что не нужно пойти тут, идти туда, что попадешься, и все равно мы идем в эти сети и попадаемся в эту ловушку. Поэтому, чтобы не попасться в ловушку, нужно следовать процессу, который Пакистан Сарасвати установил. Правильно. उस लड़के का नाम है कमल शादीजा। कमल शादीजा बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा करते। अज्ञान तिमिरंदन से ज्ञान अंजन चला गया, चक्षुर नमन समझेन तस्मै श्री गुरु वे नमः। नमो विष्णु पदाया राधिकाय मने श्रीमद् भक्ति विधान नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुलक्षण मुजारे माधुरे गुणेश युक्तम वरम वरणीयम पुरुषम महंतम नारायण स्वाम शुद्धा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर की भक्ति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुदेव विष्णु कृष्ण पार अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विनाथ नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड अर्पित करता हूँ।
Рабачандра Прабху предлагает свои смиренные поклоны своему гуру Шри Нараянга Свами Махараджу, всем вайшнавам, вайшнаве. Сейчас Мохит Прабху он рассказал историю, что вот охотник расставляет сети, и там мы в них попадаемся. В общем, охотник там научил попугая какой-то фразе, и этот попугай других научил. В общем, там этот человек пришел и пожаловался садху, говорит, вот зачем вы это там научили, зачем вы, то ли садху попросил того охотника, чтобы научил попугаев. Короче, человек пришел, говорит, зря это сделали. Да, охотник попросил этого изначального попугая, первого попугая назад. Попугай говорит, ты... Попугай говорит святому, ты мне дал мантру, чтобы защититься от охотника, а теперь ты меня отдаешь обратно охотнику. Метафору про усилия. Перевод говорит, что... То есть, на самом деле, не то, что история была о том, что попугай попросил, как бы саду научил попугая, чтобы тот мантри, чтобы тот облетал, вылетал, выбирался из ловушек, и охотник. А, и охотник, короче. Охотник говорит. Ну, потом расскажу, короче, он говорит, посмотрите, как западные люди следуют Экадаши. Правило Экадаши. За день до Экадаши ешь один раз, а в Экадаши ты не ешь вообще и не пьешь. И бодрствуешь всю ночь. Я всегда об этом знал, но никогда не делал. Так, сегодня Экадаши, Рама Экадаши называется. Лила, связанная с этим. Ведь Кришна спрашивает Кришну. Говорит, эту Экадаши следует в Кришнапакшу, то есть, ну, как бы, в темную часть месяца Картика. Мы на самом деле редко обсуждаем экадашные истории, потому что в них они как бы описаны для Асакама Бхакты. Там очень много описывается плодов материалистичных, которые дают экадаши.
राजा बहुत ही भक्त था, देवताओं से उसकी अच्छी खासी बनती थी, धोती थी और एकादशी का व्रत. Ну, это кадыш связан с Мучхукундой. Мучхукундой был великий преданный. Он поклонялся Вишну. Если царь следует Экадыши, то все должны в царстве следовать Экадыши. छोटी-मोटी सजा भी नहीं, या तो मेरे देश से निकलो या सजाए मुचुकुंद का ये नियम था. Он такой правило сделал, ты как бы либо убираешься из царства, либо следующий кадыш. Нельзя было жить в царстве. То и поэтому в царстве все постились кадыш. Чандрабхага उसका नाम था. उसकी शादी हो गई एक राजकुमार से. И там была принцесса, которая, у нее был, ну как бы, она вышла замуж за принца. И этот принц, у нее было слабое здоровье. И эта девушка... एकादशी आ गई उन लोगों ने तो उसके पति ने तो कभी एकादशी रखी नहीं. वो इतना दुर्बल था कि एकादशी प्रिंस никогда не постился в Экадыши. Он как бы не мог следовать. Он был настолько слаб, что не мог следовать Экадыши. Ну, он был из другого царства. И он в Экадыши оказался в этом царстве, где все следуют Экадыши, и если ты как бы не следуешь Экадыши, тебя казнят, либо ты уходишь из царства. И она говорит, вот у меня отец такое строгое правило, он даже не кормит животных в этот день. И этот принц тогда сказал, что я лучше умру тогда. Я умру тогда, но я последую Экадыши. Она говорит, так ты может уйди из царства. Ну и этот принц очень страдает, там все постятся, ночь не спят, киртан, и ночью он тело оставляет. Есть гора Мандрачан. То есть, ну, принц предпочел умереть. इसलिए उदास हूँ क्योंकि ये जो मेरा राज्य ज्यादा दिन चलेगा नहीं. क्यों नहीं चलेगा? बोलते है ये राज्य मुझे मिला क्योंकि मैंने रमा एकादशी रखी, लेकिन रखी तो पंजाबी में कहते हैं मल्लो मली, जबरदस्ती रखी हमने, मैंने मन से नहीं रखी, श्रद्धा से नहीं रखी. श्रद्धा की कमी के कारण जो मैंने काशी रखी, उस काशी का प्रभाव ये पड़ा कि मैं राजा बना हुआ हूँ यहाँ का, इतने बड़े राज्य का, पर ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं क्योंकि मेरी श्रद्धा कम थी. तुम किसी तरह से चंद्रभागा को बोलो, वो कोई इलाज करेगी तो वो ठीक हो जाएगा. Чья-то история там про человека, который обрел за Экадыши, обрел царство Сушамра. И так как он следовал Экадыши, проследовал, но без веры. Поэтому он знал, что у меня будет царство, но недолгое время. И эта женщина, эта принцесса Чандравага, она пришла в этот ашрам
и попросила помочь с этой ситуацией. И Риши тогда он побрызгал водой на нее, она стала молодой. Он сказал, отдай как бы плоды своего кадыша своему мужу. एक निर्जला एकादशी रखने से इतना बड़ा फल मिल गया, इतनी सारी निर्जलाएं एकादशी रखने से एक कल्प का राज्य मिल गया है, लेकिन एक मनोवृत्ति अगर हमारी रहे ये सारी ओन अब्रियोल तो ओन जो सम उमर ताव एकादशी चंद्रवाका इट जना एवो которая полностью проследовала Экадаши и отдала своему мужу. И в итоге он получил награду царства и правил им в течение дня Брамы. Но нам не нужно как бы царство, нам нужна преданность. Наша цель — обрести бхакти. Природа души — бхакти. Природа материального мира — наслаждение. Если мы следуем сакама бхакти, то мы не можем обрести Кришна прему. Сукрити два вида. Гьята, гьята. Осознанное, неосознанное. И мы обрели это положение, которое сейчас имеем, в каком-то неосознанном сукрити. То есть мы не знаем, как мы вот, что-то мы сделали неосознанное как-то, и мы пришли к садху. И вот в садху мы начали уже осознанно совершать садхану, пришли к гуру, получили мантры, и еще более осознанно стали совершать практику. Мы повторяем свои мантры, харинам, мы совершаем парикрама. Но это делаем несовершенно. Как только я начинаю повторять мантры, я засыпаю. Или я повторяю это имя, ум улетает по 14 планетарным системам. Это намапарадха. То есть мы непосредственно повторяем намапарадху. Или второй вид — это гьята сукрити, то есть сукрити. Поэтому Махачанда говорит, прямо чтобы наше сукрити было как бы гьята осознанно, то мы должны осознанно практику осуществлять, иначе наша практика, она не, как бы не принесет нам Кришна приема. Если мы можем фокусироваться, хорошо, но если мы даже не можем фокусироваться, не нужно оставлять практику, все равно это дает нам положительный эффект. Поэтому если следуете Экадаши, не избегая зернобобовых, это как бы
не нарушает врату, если вы лекарства принимаете, молоко, фрукты принимаете. И мы как поэтому делаем парадхи из гречки, кхир, халаву, там, в общем, из того, что можно, устраиваем пир. तो जो इसको कैंसर तक भी होना तो वो कैंसर के एक सेलों को भी खाना शुरू कर देंगे पर शर्त क्या है आप क्या रहो ну и как эти ученые отказали, что пост полезен, потому что как бы, тогда, когда нет питания внешнего, то клетки начинают поедать всякие ненужные, неэффективные клетки или там больные клетки. Организм сам омолаживается. और जो अभी का साइंटिस्ट है जिसने 2019 में नोबेल प्राइज लिया है वो ये कहता है कि अगर आप व्रत रखते हो मतलब 24 घंटे कुछ खाते नहीं हो पीते की शब्द नहीं поэтому ученые сказали что если следующий кадыш можно даже рак вылечить तो हमारी ना हमारी जितनी भी नसें हैं उनके साथ कोलेटरल नसें चलती हैं कोलेटरल समझ रहे हो साथ साथ जिसे कहते हैं कार के तन की स्टपनी स्टपनी होती है ना ऐसे ही हमारी हर नस के हार्ट की हर नस के साथ एक स्टपनी चलती है फिर हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है हमें हार्ट अटैक इसलिए होता है कि वो जो कोलेटरल नस है कोलेटरल आर्टरी है वो खुलती नहीं है जब खुलना होता है समय आता है खुलने का तो वो क्या है वो खुलती नहीं है वो बंद की बंदी रह जाती है क्योंकि काम तो उसमें हो नहीं रहा तो पड़ी यानी कि आपकी कार पंचर हुआ और आप इस कंपनी का Пробую рассказывать о здоровье, о нервной системе. О том, что сердечные приступы из-за заболеваний нервной системы. Но если человек постится, то его артерии естественным образом открываются. Короче, от поста очень много плюсов, в том числе и для здоровья. Если вам все же приходится пить что-то, в соответствии с Гурудевом, со строгими, говорит, ну вот я не следовал строго ни одному кадышу, поэтому я страдаю, поэтому я заканчиваю.